Добрый день, друзья, добрый день. Началась у нас игра. Ну что ж, Торпедо, Усть-Каменогорск и Барыс Астана. Да, для Барыса это уже вторая игра подряд. Я вас всех вновь рад приветствовать. Давайте о составах поговорим. Барыс у нас в белом, ну а восточно-казахстанцы, соответственно, в синем. Так, ну и как раз-таки сейчас вот продолжаем. Так, вот здесь опять же подбор за восточными казахстанцами. Давайте о составах. Начнем с номинальных гостей. Тимур Палаев, первый, Карим Ибраев, 61-й. Это у нас пара вратарей. Полевые Синали Падиша, 99-й. Даниял Хамидатов, номер 27. Барыс атаковал. Инсар Искаков. Там аж клюшки ломо у нас отлетает уже. Так, Мирас Акимов, 11 номер, 54-й Дидар Сагадатов, 23-й Али Акбар Тинбаев, 97-й Инсар Искаков, Султан Мухтаров, номер 2, Алихан Шатурсун, 30-й, Арын Бидайбек, 98-й, Даниэл Абдулин, 67-й номер, Дамир Владилен, 19-й, момент у Торпедо, 10-й Жангир Есенгельды и 50-й Амирали Аманжол. Юлиан Попович, Евгений Маргачев, тренерский штаб команды Барыс. Состав команды Торпедо. Пара вратарей. Карим Кайратов, 44-й. Андрей Крашенинников, 20-й. Полевые. Сейчас у нас сбрасывание. Ильяс Адеш, 28-й. 77-й Эмин Байрамов. 21-й Макар Бутурлакин. Руслан Малаев, 47-й. 90-й Тимофей Саенко. Номер 12-й Махсан Турсунгазы. Махсат полевые. Также у 15-го года. Тут Торпедо, как известно, двумя возрастами играет. Мансур Нурланулы, 15-й. 79-й Амирали Жомарт. 10-й Ернур Сандыбек. Арсен Алкан, 25-й. 11-й Алишер Нитбаев и номер 7-й Алексей Кафанов, а также Амир Конопьянов, 27-й номер. Артур Исрапилов, Никита Проходов тренируют команду Торпедо. Ну что ж, вот, собственно, и действующие лица этого матча. Так, ну и пока счет у нас в игре не открыт, но при этом такой довольно интересный матч мы смотрим! Забрасывают торпедовцы! Вот это да, друзья! Ну, давайте на повторе посмотрим сейчас. Так, что-то у нас здесь слетело. Да, но ничего, автор заброшенной шайбы Алексей Кафанов. Торпедо повели у нас в счете. И, соответственно, выходит вперед. Да, хороший такой маневр был. Так, продолжаем. Опять же, вот здесь подбор. И здесь теперь Шатурсун уже активно так вклинивался в борьбу. И вот, собственно, сейчас уже на шайбе кипер торпедовской команды. Так, Барыс быстренько возвращает себе снаряд. Отлично. Продолжаем. Боремся за шайбу. Ну и вот здесь как раз-таки шайба преимущественно в центре. Здорово. Здесь у нас вновь шайба там отскочила. Здорово. Так, ну и как раз-таки, да, здесь поскромнее. Но здесь надо отдать должное. Барыс очень много сил оставил на предыдущий матч с Легионом, которая 4-4 у нас закончилась. Ну, а сейчас мы продолжаем. Сейчас. Так. Здесь далее пролетаем. Ну и вновь здесь... Так, далее. Ну и вот у нас здесь как раз таки Палаев шайбу зафиксировал. Так. Продолжаем. Опять же, борьба у нас за шайбу ведется. И Тинызбаев у нас ее там подхватил. Вот здесь бросочек. Акимов поехал там сейчас ее подхватывать.
Ну что ж, у нас смена, у нас смена. А мы пока ваши комментарии почитаем. Госпожа Таскарина, добрый день, Барса, удачи вам так держать, ждем победы. Татьяна, Торпедо, вперед, удачи вам, ребята. Удачи и победы. Барыса, Слайса Кадатова, Айнур Киякова желает Барысу победы. Ну и вот Майра Гельманова, Барыс Алга и только Алга. Анастасия Демина, Барыс победы, вратарям удачи, Карим и Тимур, мы верим в вас. Так, ну и вот здесь у нас арбитр вновь шайбу подбирает. Так, наброс. Так. Продолжаем дальше. Вот здесь опять же подбор и... Соответственно, Мухтаров у нас шайбу подбирал. Далее. Так, ну что ж. Сейчас у нас будет вбрасывание в центре. Так, вот. И... Так, вот здесь как раз-таки Борис. Так, вот здесь как раз-таки передача направо. Ну, пока так скромненько, конечно, скромненько. Ну и вот астанчане вновь себе возвращают шайбу. Вот здесь, конечно, Торпедо пытается прессинговать. Отлично врываться в моменты, так скажем. Опять же, Восточный Казахстан. Сегодня у них сложный тоже был матч с командой Тенгри. И вот здесь опять же подбор. Так, соответственно, там арбитр булит поставит. Посмотрим. Так, Малаев шайбу. Вязание для начинающих. Вот такой вот ник. И Ольга Репина. Торпедо вперед. То есть Каменогорск. То есть команда, точнее, победу ждет. А вот сейчас шанс у Барыса. Счет сравнять. Абдулин. Увы, увы. Справился Карим Кайратов с этим моментом. И вот сейчас смотрим дальше. Так. Так, что-то повисло там на арене сейчас в Павлодаре. Будем надеяться, что ненадолго. Ну да, так оно и произошло. Так, отлично. Вот здесь подбор еще один. Инсар Искаков. Здесь Тендесбаев. Бросочек издали. Вот она. Все-таки 1-1. Да... Вот сейчас нам повтор показывают. И вот мы видим, как он на шайбу и Сингильды подобрал. И хороший бросочек, между прочим, у нас случился. Так, ну что ж, сравнивают. Астанчане счет 1-1. Есенгельде. Здорово. Опять же, вот здесь подбор. С закруглений там у нас сражаются. Борются. Ну и... Опять же, вот здесь выкатывают шайбу. И подбор там сейчас за Мансуром Нурлановым. Ну и как раз таки. Сейчас как раз таки пересменочка у нас уже. Да, 9 минут команды уже сыграли. Вновь у нас здесь шайба отброшена. Так, отлично, пробились таки вперед. Сейчас Борис. Так, оператор, что там? Где наш оператор? Что там, камера у нас застряла. Так, отлично. Ну и вот здесь уже Хамидатов отдавал передачу. Мухтаров там пытался, конечно, ее подобрать. Ух ты! И вот
вот уже вторая шайба у нас залетает. Баррес уже выходит вперед. Давайте смотреть на повторе. Ну, отличное завершение здесь момента, да. Клюшечку подставил и, соответственно, выводит астанчан вперед. Ну, сегодня какой-то день такой у Барыса. Ну и вот, собственно, уже у нас 1-2 счет становится. Так, ну что ж, Барыс выходит вперед, да. Амирали у нас красавчик, конечно, да. Вот здесь... На самом деле, очень такой важный был момент для Барыса. И Аманжол, собственно, зарешал. 1-2 счет становится у нас. Так, ну и хорошо, еще один наброс. Вот она третья, вот это да, друзья, вот это да. Ну как бы, давайте посмотрим. Вот здесь опять же Шатурсун у нас так на спиража выходил. И там, конечно, без рикошета тоже не обошлось. Но вот уже и, собственно, 1-3 у нас счет становится. Да, Борис тут, конечно, зажигает. Так, далее. Вот здесь подбор еще один. Ну и как раз таки, опять же, здесь хороший проход. Сагадатов залетал там у нас. Ну и вот как раз торпеда здесь цепляется. Сейчас Восточно-Казахстанцам надо наверстывать, наверстывать. Вели в счете же. Ну и Тенесбаев у нас на шайбе. Наброс еще один. Ну и вот, как раз там сейчас арбитр нарушение правил фиксирует еще к тому же. Да! Давайте смотреть, сейчас тоже будет момент. Так, ну и давайте сейчас Тенесбаев у нас на исполнение. Олег Бор! Ух ты, как вложил, сколько силы, могучий бросок. Ну вот мимо, увы, пролетело. Там Карим Карятов, хотя тоже вылетал, но вот шайба мимо у нас проскочила. Так, ну что ж, сейчас вбрасывание. Сейчас как раз шайбу там подцепила команда Торпеда. Вдунаев вот здесь в моменте. Это оператор наш. А вот, догнал, догнал момент. Так, Борис на шайбе. И Мухтаров. Сейчас Султан у нас как раз таки залетал там. Да, ух ты. Да, шайба там не сминовала. Абдулин там куда-то побежал. Сейчас в моменте. Так, опять же Борис. И вот здесь Торпеда, конечно, пытается пробиваться. Абдулин на шайбе. Отлично, Даниэл там разгон берет. Там его, конечно, сейчас уже пытался Кафанов встречать. А вот и четвертая шайба. Да, что ж такое для Торпеда. А вот для Бориса это все хорошо получается. Вау, вау, вау. Давайте смотреть на повторе. Так, вот здесь Абдулин так на паузе сыграл. Ну и Даниэл просто красавец, конечно, сейчас. Такой, ну, в плане зрелищности очень красивый момент был. Ну и вот здорово, да, вот я тут повторы, когда есть у нас. Мы сегодня с утра экстренно их освоили. Ну и прям действительно можно разбирать моменты, конечно, и вглядываться в них. Да, друзья. Ну и вот читаю ваши комментарии. Даня, вперед. Абдулин, ты пушка. Гол. Борис 2015 Тарбаев. Медальки уже всем раздает. Молодцы так держать. Барсики. Диана Ахметова, Балга, Борис. Красавцы. Асели Браева. Айнурки Якова. Ай, молодцы. Борис, красавцы. И вот здесь опять же астанчане на шайбе. Шатурсун. Наброс. Карим Кайратов. Там сейчас на шайбе. Так, ну что ж.
Сейчас как раз таки у нас сбрасывание. Там скоро будет уже, потому что будет смена. Наброс издали. Сейчас был в исполнении Дамира Владилена. Ну и смена. Смена. Хамидатов, Даниял, внучок, красавчик. Роза Кузбекова, Абдулин, красиво. Айнур Киякова. Ну а у нас здесь пересменка как раз. Сейчас продолжаем. Так, у нас Сагадатов сейчас там брасывание сыграл. Торпеда. Вот здесь набросик еще один. Есенгельде. Здорово, подбор. Так, опять же Барыс на шайбе. Сагадатов. Передачу отдавал, и там уже Инцарио вылетал вперед, да. Ну, арбитр разводит руками. Хороший такой период, на самом деле, богатый на события. Оу-оу-оу, что началось-то? Вот это да, файтинг там у нас самый настоящий. Да, сошлись там, что называется. Гатов тоже здесь, конечно, там, если не ошибаюсь, Дидар, по-моему, да. Ну, вот арбитр вовремя всех развел по сторонам, так скажем. Там, по-моему, да, все верно. Вот уже и потасовочка. А за это сейчас будут наказаны обе команды булитами, то есть обоюдными. Так, у нас поменялся вратарь в воротах Ибраев. Сейчас начинает торпеда. Начинает торпеда, но нужно реализовывать это все. Так, Турсун Газы, который там был по тасовочке. Браев, ловушку, здорово. Так, ну а теперь Барыс. Теперь уже Дидар Сагадатов у нас будет исполнять. Ну, те, кто там, собственно, в потасовке-то и поучаствовали, они сейчас и на исполнении. Так, Дидар против Карима Кайратова. Здорово! И, ну, тут уже Карим, в принципе, все так... зафиксировал все, что нужно было. Ну и вновь вот здесь торпеда. Опять же отбрасывают шайбу. Так, отлично. Мухтаров. Здорово у нас там протаскивал. Ну и вот еще один наброс. Здорово. Так, пересменка у нас сейчас будет. Там, кстати, в параллельной игре тоже довольно интересный матч проходит. Сейчас как раз-таки там напомню, что Тенгри и Алмата играют в хоккей. И Алмата ведет там 1-2 к этой минуте. Ну и вот сейчас как раз-таки, опять же, арбитр здесь игру остановил. Давайте смотреть дальше. Ну и вот здесь торпеда имеет шанс на бросик еще один. Продолжаем. Так, Абдулин на шайбе. Здесь опять же Абдулин пытался у нас вперед пробить Булатса. Вновь у нас здесь как раз таки сейчас будет пересменка. Да, 6 минут у нас, нам еще остается играть в этом периоде. И вот здесь как раз таки 5 голов мы уже увидели. Так, Мадина Болгобылова, Ибраев сердечко, Палаев сердечко. А боем вратарям команды Барыс это все было адресовано. Ну, у Торпеда, кстати, тоже 2 вратаря. Есть еще Андрей Крашенинников, Карим Кайратов в воротах. Так, вот здесь передача на Есенгельде направо. Хорошее в касание. И, как мы видим, здесь вот сейчас Торпеда, опять же, вот оборонялись. И Карим Кайратов на шайбе оказался. Так, восточная казахстанцы.
Возвернули себя спончане шайбу. Ну вот, кстати, действительно, сейчас львиная доля времени у нас проходит в зоне у торпеда. И надо сейчас восточно-костанцам отбиваться. Опять же Кайратов. Вот туда устремился у нас сейчас Руслан Малаев. Далее уже торпеда пытается разогнать свою атаку. Вот через левый бортик прокатываются. Открывался в центре партнер по команде. Но вот сейчас там до туда шайба не дошла. Барыс опять же так немножко подвыдавил оппонента. Но и там уже Малаев боролся. А тут еще и смена у нас сейчас случится. Так, ну что ж, вбрасывание сейчас увидим. Передача. Вновь вот здесь в центре у нас борются активно команды за шайбу торпеда, для которых еще не все потеряно. Это там Мансур Нурланулы у нас активно как раз таки отрабатывал. Опять же торпеда вот здесь, подбор за Падишой. Синали идет на сближение, передача в центр, пытался бросить сейчас уже Мирас Акимов. Да, 4,5 минуты у нас еще есть. Так, ну можно Мухтарова подключить. Но пока, да, оставление на Султана, здорово. Султан здесь так опять же вернул Мирасу шайбу. Мирас пытался издали набросить. И Синали. Мухтаров открывается. Далее. Вот здесь уже, собственно, опять же Барыс. Но очень активно там Мансур Нурланулы, конечно, сейчас цеплялся за шайбу. Барыс. Ну и смена. Сейчас будет смена. Так, ну что ж. Вот сейчас вбрасывание у нас будет. Здорово. Так, торпеда разворачиваются сейчас как раз таки. И Барыс на шайбе. Ну, здесь поборолись, пободались. Ну и вновь у нас здесь как раз таки вернули себе восточно-костанцы шайбу. И причем очень неплохо так все смотрелось визуально. Там это у нас Макар Бутурлакин там как раз таки был шайба. Так, Шатурсон издали. Да, кстати, тоже лихо довольно-таки шайба полетела. Здесь уже Даниал. И бросок в упор. Да, Абдулин сейчас как раз таки здесь пушкой так прикладывался. И вот здесь смена. Да. Сейчас еще и арбитр здесь зафиксировал нарушение правил. Да, еще. Вот она смена. А вот сейчас у нас будет предпоследняя смена в этом матче. Поехали. Сейчас Висингельды уже готов сыграть на вбрасывание. Продолжаем. Так, ну и под, в итоге подобрали ее сейчас восточно-казахстанцы. И сейчас булит арбитр поставить. Там Руслан Малаев опять же довольно активно работал. Смена. Сейчас смену мы как раз таки и увидим. Поехали. Так, после того как булит, посмотрим. Конечно же, ух ты. Ну что ж такое, не повезло сейчас Руслану. Немножко так слетела у него шайба. Хотя смотрелось все довольно-таки неплохо. Ну и вот сейчас у нас Дидар Сагадатов на вбрасывание. Инцар Искаков. Искаков по правому бортику. Малаев его там прессингует. Причем на подмогу еще Ильяс Адеш также выезжал. И вот здесь опять же Барыс на шаре. Барыс, здорово. Хороший такой мог бы быть проход. И там Тинсбаев у нас, Али Акбар на шайбе. Да, смена. Ну что ж, пришло время меняться. Заключительная уже смена в этом периоде. В параллельном матче Тенгри Алма-Ата 1-4 там уже. Да, ну и вот сейчас продолжаем. Вновь вот здесь бросочек. Да. Сейчас опять пробиваться пытались. Там уже, в принципе, сейчас у нас все к завершению идет. Так, ну вот подбирает шайбу Мансур Нурланулы.
Так, Мухтаров. Отлично. Султан Мухтаров уже набирает скорость. Бросочек. Спустили шайбу. Так, Мухтаров. Вот здесь опять же на ближнюю. Пытался сейчас очень активно Мансур Нурланулы вкатить шайбу в ворота Ибраева. Торпеда сохраняет шайбу за собой. Наброс еще один. Ну тут уже сейчас сирена у нас прозвучит. Тут уже сирена у нас прозвучит. Ну все, друзья. Первый период окончен. 1-4 на табло. Ждем вторую часть матча. Второй период, да, в ожидании мы продолжения нашего матча. Ну что же, поехали. Что интересно, Борис уже второй день подряд играет два матча подряд, вот так вот. Но при этом вот сейчас сегодня сыграли в ничью, так в целом все победы. У Торпедо, если вспомнить их путь на этом турнире, то была победа над Олимпом. Но вот, к сожалению, уступили Медведям. Также Торпедо бились, сражались с Алматой, но тоже, увы, не получилось победить. И вот с Легионом тоже игра не задалась. Сегодня был достойный матч с Тенгрин, но и там, к сожалению, без очков остались. Но при этом команда очень симпатичная, команда смотрится. Так, Диана Ахметова, Борис, ты сила. Сейчас как раз-таки Борис побежали, но шайба подбирает. Вновь у нас здесь подбор еще один. Здорово. Так, здесь подхватили сейчас восточно-казахстанца. Алишер Нетбаев. Прошелся там как раз-таки, попытался набросить. И Браев там уже на шайбе. Ну, сейчас останчание. Хотя вот здесь на пути оказываются сейчас, ну, например, тот же Арсен Алкан. Он нам еще понравился в предыдущих играх. Так, вот не успевает, да, Кафанов. Хотя... сейчас хороший такой был выпад. О, точнее, это был Амирали Жомарт, конечно. Я что-то не про Кафанова смотрю там как раз. А Жомарт сейчас разгонял атаку. А время вышло у этого звена. Продолжаем. Вот здесь опять же. Вот здесь как раз-таки сейчас Торпедо вновь. Вот здесь был Кафанов. А далее уже Бориса. Сейчас хороший бросок, да. Сейчас Кайратов в очередной раз у нас среагировал очень здорово. Торпедо на шайбе. Передача направо. Подбор еще один.
Здорово здесь отрабатываем. И, между прочим, там справа сейчас мог Макар Бутурлакин, конечно, вперед убегать. И бросочек от Бориса. Сейчас Есенгильды у нас шайбу подцепил. Передача налево. Борис. Здорово, хорош. Только мог бы быть проход, но торпеда здесь тоже вгрызается. Тот же Кафанов на шайбу пытался бросить, но опередил всех у нас сейчас Ибраев. И, собственно, у нас сейчас два Карима в воротах. Карим Ибраев и Карим Кайратов у торпеда. Ну и вот сейчас как раз-таки пришло время меняться в очередной раз. Пока в этом периоде без голов. Мы-то, в принципе, особо-то никуда не торопимся. Знаем, что сейчас все у нас еще будет. Продолжаем. Вот здесь Барыс на шаве. Так через ворота соперника пытались проехаться. Ну и вот астанчане сейчас на шаве. Отлично, подобрали. Вот сейчас по правому бортику пробиваются вперед. Эй, хорош такой выпад был. И опять же откатили шайбу. Сейчас Мухтаров за ней там сбегает. Хотя вот там и торпеда. Руслан Малаев там на прессинг выезжал также. Ну и Мухтаров отдал передачу. Здесь Акимов. Мирас сейчас на шайбе. Ой, хорошо увел шайбу. И, кстати, Барыс даже сохранил ее за собой. Амирали Аманжол будет бросок. Здорово. Подбор еще один. Так, торпеда. Конечно, сейчас надо восточно-казахстанцам шайбу прибирать к себе и уже свои атаки организовывать. А так Барыс, конечно, если анализировать игру, то практически все время находится у ворот соперника. Так было, в принципе, и в первом периоде. Вот так пока и сейчас складывается все. Торпеда, вы многое можете. Соберитесь и по-хорошему разозлитесь. Ждем голов. Это вот Татьяна оставила комментарий. Так, ну и вот здесь как раз-таки, опять же, Борис вновь на шайбе. Не дает торпеда бросить. Причем, опять же, очень активен Мансур. Нурлан Улы наброс справа. Здесь перехватывают шайбу. Мансур вновь ее подбирает. Спустил ее на Алкана. А там уже вдвоем на пару пытались вместе с Турсунгазы ее отбросить. Отлично. Здесь разворачивается команда Борис. Хороший проход такой. Здесь вот сейчас на сближение пытаются выйти. Отбрасывают шайбу, да. И здесь опять же подбор. Так, Абдулин, передача. Ты что, Турсуна не легла шайба сейчас на крюк. Так. Там поддавливает Мансур Нурланулы. Ну и, кстати, здорово сейчас до конца доиграла команда Торпеда. И... да, здесь чуть была еще одна потасовка у нас не случилась. Ну, благо, обошлось. Пересменка. Да, 5 минут команды уже провели в этом периоде. Сарман Хамбетов, Жаном, Даниил, давай дубль, ты можешь забросить красивый гол. Так, ну вот здесь как раз-таки шайба справа. И там у нас Макар Бутурлакин. Здесь Борис. Шайба, опять же, подбор за Борисом. И мог сейчас торпеда, конечно, тоже свою атаку организовать. Хотя Бутурлакин там цеплялся. Борис наброс! И добить можно! Рядом со штангой шайба у нас там проскочила. Так, Инсар. Искаков вот здесь как раз-таки. Искаков так немножко в глубину спустился. Там Кафанов его, конечно, тоже старался опекать. В итоге в свободную зону на ближний борт. Набросы издали. И вот здесь уже Кайратов шайбу зафиксировал. Ну что ж, продолжаем. Вот здесь чуть правее передача. Опять же борются, сражаются, бьются. В этой куче мале, да. Ну и сейчас шайба в игру. А тут уже и смена. Тут уже и пересменка, кстати говоря. Ну что ж, вот, собственно... сейчас у нас будет вбрасывание в центре. Поехали. Подбор за торпеда. Ну, кстати, перехватывает Хамидатов. Опасный момент был сейчас. Да, Даниил там, конечно, сейчас очень лихо так подобрал шайбу. Вылетал к воротам Карима Кайратова. Ну, а тут уже и Синали Падиша. Разлетелась там у нас амуниция. Вот здесь опять же борются, сражаются, бьются, я бы сказал.
Что там? Что там? Увязли, увязли. Ну, все-таки Мирас Акимов. Да. Кстати, здесь шайба, опять же, да, у нас отброшена. Так, Борес. Ну, сейчас что придумать? С неудобной руки передача. В сторону Мираса Акимова шла передача. Но там первый Тимофей Саенко у нас на шайбе оказался. Ну и вот еще и смена к тому же. Так, Абдулин тут нам показывает, как нужно разминаться. Тут музыку еще наложи, и все, готовы. Многомиллионный TikTok Reels, так скажем. Поехали. Вбрасывание в центре. Вот как раз таки сейчас Торсунгазы на шайбе. Так, а в матче параллельном Тенгри Алмата 1-5. Уже Алмата там ведет в матче. И, соответственно, вот здесь дальше. Так, опять же подбор еще один. Здорово. Борес, хорошая передача на Абдулина. Бросочек от Владилена. Но вот смотри, Даниял шайбу подцепил. Так, а вот здесь Даниял, опять же, на шайбе. Здорово. Ну, кстати, восточно-казахстанцы тоже здесь старались, конечно. Бросок! Какой сейф от Кайратова. Чуть ли не на шпагат он там сейчас присел, конечно. Так, ну и смена. Сейчас как раз-таки у нас пересменочка будет. Ну и продолжаем. Сейчас у нас сбрасывание. И Кафанов на точке. Так, Борис вновь подбирает шайбу. Здорово. Так, Борис, отлично. И Сингильде спускает снаряд. Наброс еще один. Здорово, шайба отброшена. Так, и Сингильде. Ай, здесь хороший проход. Кстати, да, вот ищет лазеечку, куда бы там сейчас пробиться. Да, цеплялись, старались, бились. Ну и вот арбитр остановил все эти поползновения. Ну и вот уже тем временем мы 10 минут уже играем во втором периоде. Так, а Кафанов опять же на шайбе. Ну, Кафанов пока единственный, кто забрасывал у Торпедо в этом матче. И причем Торпедо открывали счет у нас в игре. Ну и вот там уже справа разгонялся Макар Бутурлакин. Но опять же не хватает времени. Закончилось время у этого звена. У Барыса и у Торпедо на этом турнире еще по одному матчу остается. Но они будут уже завтра. В 9.00 Барыс Тенгри. Это вот завтра заключительный матч для Барыса. А в 10 часов Иртыш Торпедо. То есть Торпедо с хозяевами турнира сыграет. Так, продолжаем. Вот здесь опять же подобор шайбы за восточно-казахстанцами. Вот здесь слева разгонялись. Набросик еще один. Борес слева, Владилен. Так, вот здесь все-таки решил побежать вперед. Передача в центр. Мухтаров пытался исполнить. Еще один момент. Шайба отброшена. Ну и, кстати, как мы видим, здесь Борес на шайбе. И Торпедо, конечно, всячески пытается этому помешать. Вот этому проходу. Ближний. Отлетел у нас снаряд. Так, Борис там еще спустили собственную зону. Падиша, которого, кстати, Малаев там прессинговал весьма успешно. Вернул шайбу для своей команды. И вместе с Саенко на пару они там, конечно, пытались опасный момент создать. Ну, а сейчас у нас смена. Так, ну, что интересно, у нас пока в этом периоде без голов. Пока без голов. Так, ну и вбрасывание в центре. Продолжим. Отлично. Шайба у нас откатилась. Здесь шайба уже за воротами. Передача Бориса не прошла, так как там, ну, в принципе, тот же Акимов там до конца отрабатывает. И Борис вернул себе шайбу. Хороший еще и обыгрыш тут как раз таки. Пытался к центру подрулить Абдулин, но и Владилен там был открытым, в принципе.
Марал Кузбекова, шайбу, где голы? Вот уже госпожа Марал негодует. И Роза Кузбекова, Даниал, давай гол, вперед, ты храбрый у меня, я люблю тебя. Вот так вот, друзья. Борес, да, не прошла шайба до Владилена. Опять же спускает центр. Торпеда. Ну и вот, отлично, опять же Нурлан Улы, проходик. Ух ты, Палаев здесь, да. Торпеда неплохой шанс имели для того, чтобы сократить счет. Опять же Борес, вот здесь хороший выпад, но и смена. Да, ровно половина второго периода уже позади. Разгоняемся. Так, Алмата там уже 1-6 ведет. Продолжаем. Успевает первым Дидар Сагадатов шайбу подобрать на дальний борт. Через как раз него сейчас Борис пытался вперед убегать, но там первым оказался на шайбе такие торпеда. Это у нас Амир Конопьянов, в частности, там был. Так, вот здесь опять же спускают. И Кафанов, разгончик. А здесь чуть правее, кстати, отдал. Очень здорово. Тем более, там открывался Макар Бутурлакин. И пока, в принципе, да, безмоментный у нас такой период получается. Ай, хорош Инсарион на дриблинге, бросочек. И вновь Ибраев, здесь чуть ли не на шпагат. У нас присел, центр остается за Борисом. В средней зоне Сингель Дышаева подобрал. Передача на дальний. Тинзбаев. Алиакбар у нас здесь опять же выкатывается. Ну и смена у нас сейчас случится. Так, ну что ж. Сейчас как раз таки через среднюю зону опять же шайбу в игру арбитр ведет. Так, на точке вбрасывания у нас Тимофей Саенко была торпеда. Вот как раз таки у восточной красавцы шайба и оказалась. Ильяс Адеш здесь к центру. Торпеда. Набросили вперед. Не стали бросать, а вот именно набросили, дабы там уже нападающие поборолись за шайбу. Борес. Перехват. Ну вот такой вот немножко рваненький хоккей. Да, где-то в какой-то степени сегодня и у Бориса, во-первых, потому что они в предыдущем матче играли. Ну и у Торпеда был довольно энергозатратный матч с Тенгри. Может быть, это тоже в какой-то степени сказывается на ребят, но с другой стороны, наверное, и какого-то такого действительно быстрого хоккея не приходилось ждать, потому что, ну, здесь исключительно история про результат. Бориса пока все, Борис все устраивает, Торпеда же вот старается максимально исправить ситуацию. И вот где-то подсушивают друг друга в какой-то степени команды. Так, дальше, вот здесь опять же неплохо поборолись и смена. Смена. Так, сейчас как раз таки поехали меняться у нас ребята. 10 минут всего остается у нас в этом матче. Продолжаем. Вбрасывание уже разыграно. Здорово. Вот здесь опять же на перехвате. Очень лихо выкатываются. И вот здесь бросочек издали. Так, далее. Там Абдуллин уже вовсю, конечно, сражается за шайбу. Даже в моменте показалось, что с друг с другом. Ну, конечно же, нет. Шатурсун здесь также в эпизоде. Ну и у Торпеда есть шанс. Вылетает вперед, обрасывал Турсун газы. И тут уже Торпеда вновь. Да, здесь Мансур Нурланулы, конечно, искал возможность протолкнуть, так скажем, шайбу ближе к воротам Палаева. Ну а центр, опять же, средняя зона за Борисом. Хотя вот здесь опять же Мансур отлично отрабатывает. Ну, в этом плане, конечно, Нурлан Улыевич и в предыдущих играх мы это тоже отмечали. Вот он опять же на шайбе. Его активные действия именно. Так, ну и пересменка. Ну что ж, времени все меньше и меньше у нас остается. Ну и вот сейчас опять же смотрим дальше. На точке у нас Алексей Кафанов. Так, продолжаем. Вот здесь как раз-таки опять же выпад. Он мог бы быть. Так. Опять же подбор. И Инсар Искаков у нас на шайбе.
Так, Барре здесь разгончик берет. Передача проникающая. Добить можно было бы. Мы, кстати, пытались быстро в контратаку убегать сейчас восточно-казахстанский. Не случилось, но может быть сейчас. Вот успевает на шайбу. Там Кафанову теперь надо побороться за шайбу. Но и Сингельде первым устремился подобрать ее. Опять же выкат здесь. Так, далее. Вот здесь подбор. Борис на шайбе. Отлично. И Сингельде. Хорош. Вот здесь как раз таки Инсар искакал. Финцарио! Подтащил шайбу сейчас у нас Карим Кайратов. И вот пересменка у нас. Пересменка. Так, ну что ж, выставляются у нас ребята. Будем смотреть дальше. Тут на самом деле еще есть время. Продолжаем. Вот здесь, опять же, так довольно многолюдно у ворот Торпеда, но при этом он там борьба, конечно, ни на секунду не прекращалась. Так, Мухтаров ближний! Отбивает сейчас восточно-казахстанцы. Так, ну и вот более того, сейчас ему имеется возможность бросить поворотом Ибраева. Так, вот и комментарий от Розы Кузбековой. Инсарио, давай гол, ты молодец, можешь. Вот здесь опять же еще один выпад. 6,5 минут у нас остается до конца. Торпеда. Ну и вот пересменка. Ну что ж, вот сейчас как раз таки 6 минут-то у нас всего остается. Да, действительно, в этом периоде мы голов вообще не видели. У нас уже шайба в центре. Так, бросание разыграно. Борис, вот здесь бросок мимо цели. Так, Иртыш подобрали. Наброс. Здесь опять же Борис на шайбе. Кстати, я вот сейчас хочу напомнить, что сегодня у нас еще два матча. И это Медведи Олимп в 13:15 и Легион Иртыш тоже в 13:15. Я вот как раз таки эту информацию хотел сообщить. Вот матч Медведи Олимп на нашем канале в прямом эфире. А вот здесь опять же откатывается шайба. Центр остается за Торпедо. Хорош там сейчас, конечно, на скорости Максат Турсунгазе. Его там уже Дамир Владилен встречает. Мирас Акимов также сюда подъехал. Ну и вот, кстати, да, арбитр здесь уже подъехал, кстати, посмотреть, что там, да как там. Так, ну и тут уже поменяться пришло время. 5 минут всего-то осталось в нашем матче. Ровно столько есть у Торпедо времени, чтобы попытаться, по крайней мере, немножко сократить счет. А вот Борису бы тоже не помешал гол. Даже, может быть, несколько. Так, Торпедо. Хорош. Вот здесь сейчас уводит шайбу. Богдан Гайнудинов пишет: здравствуйте, и вам здравствуйте. Богдан, большой привет вам в Кыргызстан. Так, завтра у вас уже тоже турнир стартует. И момент! Кафанов дубль оформляет у нас в нашем матче. Да, ну вот, собственно, долго мы ждали гола, и он случился. Сейчас вот на повторе нам... Да, финалочка самая, конечно, этого момента. Ну, самое главное, увидели мы гол в этом периоде. 2-4 счет становится. Так, ну что ж, и вот сейчас Алексей Кафанов сам же на вбрасывание. И Сингельде. Да, дубль у Алексея вот как раз таки... Сейчас нет, Алиакбар здесь всех опередил. Тимузбаев на шайбе. Да, ну и смена. Ну, еще две смены мы в этом матче увидим. На самом деле здесь... уже к завершению у нас все идет. Он парень из Бориса там уже прилег, что называется, да. Ему уже этот мир ясен. Как в том меме, да? Здесь уже все понятно. Я на солнышке лежу. Так, ну а вот здесь у нас Хамидатов спустил шайбу на Есенали. Падиша, падиша. Хотя пытался там сейчас Тимофей Саенко прессинговать. Борис вылетает. На пути там уже оказываются соперники. И тут уже Малаев. Отлично там был проход, но
пока не случилось. Борес. Хороший выпа. Ой, какой дриблинг. Ну вот свалился. Ну все в рамках правил, так как арбитр здесь ничего не зафиксировал. Да, парень там по-прежнему у нас лежит на льду. Отдыхает, так скажем. Так, Мухтаров. Подбор еще один. Борес. Здорово. Хороший наброс. Да. Даже вот Палаев запереживал, но все в порядке, мол. Так, ну что ж, смена. Молодец, так держать. Давай еще одну. Ольга Репина в адрес, конечно, Алексея. Ну и Мария Соболева тоже. Леша, молодец. Давай еще гол. Ну что ж, пересменка. Да, последние две минуты у нас в этом матче остается. Так, вот здесь поборолись, пободались. Борис на шайбе. Здорово. Ну и как раз таки успевает здесь сейчас опять же подцепить снаряд. Плюс к тому же вот здесь закругление опять же многолюдно. Абдулин, ну-ка, что там Даниял придумает-то сейчас? Пытался он уехать от Турсунгазы, но там уже хоккеист Торпедо, в принципе, подталкивали. Сейчас и Владилен здесь уже работают. Роза Кузбекова, Борес, вперед. Вы решительные, крепкие, сильные. Верьте в себя, и все получится. Вы сильные. Еще один гол ждет Апашка Даниала. Вот так вот, друзья. Ну, на самом деле, вот сейчас, если Борис победит в этом матче, ну, по сути, тут уже на 99% так оно и будет. А Борис уже становится победителем этого тура, потому что завтра только по одному матчу всего остается командам сыграть. И тут уже чисто физически никто не сможет Борис обойти, даже если, к примеру, Борис завтра уступит в игре. Но это разве что только с ними Легион сможет сравняться по очкам. Ну хотя да, с другой стороны, там же будут считать разницу заброшенных и пропущенных. Но в любом случае Борис уже практически одной ногой победитель этого тура. Так, дальше вот здесь Борис пробивается. Там у нас всего-то остается полминуты до завершения матча. Инсарио Искаков там на шайбе. Вот здесь на закруглении борются, сражаются. Отлично! Вот здесь наброс издали! Верховая там у нас летела. Так, наброс как раз-таки вот здесь у нас последовал. Продолжаем. Далее. Так, ну и все, обратный отчет. На втором месте Легион. А вот отвечаю на вопрос Нурлана. Ну и все, сейчас у нас прозвучит сирена. Ну что ж, закончился у нас матч. 2-4. Победа Торпедо. Ну и... я тут уже оговариваюсь. Победа команды Борис со счетом 2-4. А Торпедо, молодцы. Единственные, кстати, кто забрасывали во втором периоде, это как раз таки восточно-казахстанцы. Но Борис в какой-то степени сделал себе результат еще в первом периоде. И поэтому как бы особо им ничего, наверное, не нужно было. Вот играли в свой хоккей, наслаждались игрой. И надо сказать, что неплохо у них получилось. Я благодарю вас всех за внимание. Услышимся уже завтра. Берегите себя. Пока-пока.